Народ, всем привет! Вы смотрите новую рубрику под названием «Посылка», и это первый выпуск. В этих видео буду показывать разные посылочки из Китая, а в частности из сайта Алиэкспресса. Вот, мне пришла новая посылка, точнее первая посылка. Я примерно догадываюсь, что в ней. Ну, сейчас я вам хочу показать раскрытие этой посылочки. Итак, вы видите вот такую посылочку. Сейчас мы будем ее открывать. Вот такая посылочка. Так, чтобы нам ее вскрыть, понадобятся ножницы, чтобы все сделать аккуратненько. Какая-то ниточка. Чуть-чуть не порезал свой товар. Вот так вот китайцы запаковывают посылки. Какая-то ниточка. Я ее точно не заказывал. Видите, все в пупрышках таких. Вот такая посылочка. Завернутая. Вот такой вот идет пакетик. Видите, вот маленький такой пакетичек. Сумочка такая блестящая. Вот. Такая вот кармашечка. Под мою посылочку. А мне именно пришел. Так, вот такое колечко. Сейчас мы его доставим с пакетика, чтобы крупным планом посмотреть. Вот. Вот такое колечечко с красным кристаллом. Пришло довольно быстро. Шло примерно 3 недели с момента заказа. Стоит примерно 100 рублей. Ну, вообще я его заказывал для пластрона. Вот, пластрон. Сожалею, у меня пластрона нету. Это вот, короче, под галстук. Вот так вот одевается. Примерно вот так вот. Ну, конечно, это галстук, а не пластрон. На нем бы смотрелось гораздо лучше. Но все равно кольцо очень довольно красивое. За 100 рублей вряд ли такое в наших магазинах найти. Вот такое колечко. Довольно неплохое. Таким вот красным кристаллом. А вот это такой подарок, который я не заказывал. Это бабочка на веревочке красненькая. Я не знаю, что с ним делать. Вообще, честно, вот куда его накрутить. Ну вот, вы видели распаковку моей первой посылки из Китая. Попался вот такое колечко. Она налазит мне только на мизинец, и то с трудом я его могу снять. Довольно неплохое кольцо. Я доволен. Обязательно подпишись на этот канал, чтобы не пропустить новые мои видео. Также поставь лайк, оставь свои комментарии. И всем пока!